Команда 142. На бите назначены бьющий Никита Котляк. Опять почему-то анонсер объявляет, что назначен бьющий Никита Котляр. Так, Никита Котляр у нас вообще бил сегодня или нет? У нас был кто назначен бьющий? Я уже и забыл даже. Так. 85. Дальний низ прямой страйк рукинг. Первый был промах или фаул, наверное. Так, 1-1. Котляр. Бил ли Котляр сегодня? Нет, это просто на ту тему, что он должен быть пинчхиттером, а потом становится диичным. Вот о чем речь. Слайдер Илон Босс 78. А, ну конечно, диичным же был Андрей Лобанов. Здрасте. Ну что ж такое-то? Что со скором вообще происходит? Ой, это красиво, 87 Тейлер. Да, ну и подача опять-таки на свином на мисс, на страйкал. Попробую отбить такой поле. Болл инсайд. Выше зоны, 85 балл. Да. Ну что, кончилось вообще 8-9, 84 мира, 11-3. Левый филдер Никита Манн. Ну вот смысл играть на страйкал в такой ситуации, мулиаут, пустые базы, тем более дальше идет третий, четвертый бьющий. Здесь надо главное не сделать уок. Тейлс был 87-50. Ну ладно, счет в игре, конечно, приличный, 9-3, но тем более при счете 9-3 не надо играть на страйкал. Ну, может, пичер просто западает, не сказать. Просто вкладывается по полной. Фастбол вместо того, чтобы кинуть что-то попроще, но зато со сменой скорости и так далее. Прямой трехнизу до 84. Просто фаст низкий, фаст дальний, фаст ближний, верхний. Тайм-аут. Вот так вот. Так вот, да, на этом поле нет смысла играть на страйкауты, потому что короткий забор, быстрый отскок, 85 мин, низкий пас, страйк, луки, но все-таки... Это надо все тоже принимать во внимание. Команда защиты, разворот на первую сейф. Побольше легких аутов, что называется. Дать сопернику отбить. Ой, 86-50. Вот здесь вот бьющий ждал мяча для удара и выстрелил. Отбит хоумран в зону. По фастболу. Счет в игре становится Леонова. 9-5 в пользу команды Москвич. Дабл в левый центр. На биту готовится экстра Валента даже. Четвертый бьющий Валента выходит. Еще одна конференция на горку. Кстати, так это только конференция. Так, стоп. Только сейчас вышел менеджер. Вот. Предыдущим тайм-ауте это только игроки собрались там. Так что это никакая не вторая конференция в одном ининге. Ну ладно, 9-5. Фюран Холмар. Ой, отлично, в который раз сегодня в оппозит бьет слайдер 73 мили Вальенте. Отличный удар, позиция 9 справа, чест-фа. Вот этот батинг, вот это серьезный батинг. Это при том, что питчер кидает очень быстро прямой, даже на слайдер бьющий оказывается способен отбить сильно в оппозит филд. Это здорово. Может быть,
проверить его фастболами. Так, 78 миль. Это вот может быть синкер. Тусим хват, который уходит на руки бьющему. Ну, не очень удачно. 7 слева бол. О, вот, 83. А тут чуть-чуть опаздывает бьющий. Ага. А вот сейчас после этого можно вернуться и к слайдеру. Единственное, что может быть бьющий будет пытаться начать пораньше. Ага. Удар на сей раз не получается. 7-6 не слайдер. Здесь бьющий просто сидел сзади и сделал дефенсив свинг. Ну, вот удар он убил. Аут 4. Жень. Первый аут есть. Сейчас Артем Кулик выходит. Явно не пауэр хитер, небольшая страйк зона. Здесь вот тем более надо дать возможность рано по счету человеку внести по отбить в поле. Ну плохо стараться так. Вроде подачи, 86. Просто вот что будет сейчас. Ох, красивый слайдер. Ну да, 6 справа, 78. Идешь, Егор? Пить спал. 85. Похоже на страйк подачи. Качественный. Ну вот мы видим такой свинг. 8-6 миль, ну что, одними руками. Высокий, выше пояса прямой, фалбэк. Здесь на самом деле вот где вот хвост-то? Именно что хотел скинуть тяжелый фастбол с большим хвостом, пускай даже в центр и самым длинным мяча уводил бы снаряд из центра. 75 миль брейкинг-бол 30. А так просто прямые, но очень быстрые подачи. Вот они. Не хочет их кидать прямо в центр куда-то. А когда по краю, получается много боли. Или не отбиваем подачи. 86. Фаст. Дальний высокий. Флай 2 справа. Фал. Начали со страйка, кончили по символу. Обидно. Сакрон. Отличный подачный. Страйк в кулбуке. На первый сейф. О, 75. Слайдер кат. Сапра чуть-чуть помог. Меч по голову. Но все равно хорошая комбинация. Низкий фаст, потом по низу зоны дальний. Катер-слайдер. Такой мы уже видели момент. Сапрон хотел отдать дальний низкий прямой. Был слайдер. Тоже был как-то пром. Ой! Максим Макаркин неудачно поймал сейчас мяч, ловушка сдвинулась. Почетче надо было поймать. Ну что, ну на самом деле, ну да, тут надо давать страйк, но кетчер, вот кетчер, ну что-то поймал мяч, не знаю, что он там поднимался, ждал стила. Ампайр увидел движение ловушки, и сомнение было у него по поводу этого мяча. Вот он, ну, в итоге страйки не объявил. Летит по позиции высокого фаста без скорости. Фолбол по позиции 9 справа. Флайт.
хороший удар на самом деле. Ну что ж, получается в седьмом ининге против Леонова у спортшколы опять 5 ран, как и в первой игре. На табло, может быть, даже и больше. Пропустили они 9 сегодня. Так, вот слайдер. Слайдер там, далее копнуть мяч по крону. Граундбол в позиции 5-6. И вместо аута на второй базе и 5 при броске. Опа! А вот это конференция. И Леонова сейчас заставят уйти с поля. Ему даже не дадут выйти на поле. Вот в чем дело. Сейчас судьи могут заставить это. Вторая конференция в Ильинге. Что вообще такое? Я не понял, что происходит. Что тут ампайр? Что ампайр? Так, вот менеджер спорный что-то подошел, сказал. Вот сейчас Сидоров. Вот сейчас Леонова из игры уберут вообще, и он не выйдет на поле. Вот, молодцы. Так, ну сейчас надо еще Славяги допасать. Люди не видели, какой это был тайм-аут. Ну точно. Так, сейчас поснимаем. Это принципиальнейший момент. Вот такая же ерунда была на чемпионате Европы в группе Б у сборной России. Вот Леонов и потерь. Так, ну что менеджер Дибин сейчас такой? О, сейчас спор, а сейчас как чемпионате Европы 1-1. Надеюсь. Так, кстати, главное судья соревнований в Дубе сегодня. Сейчас мы посмотрим, какое будет решение. Сейчас будет. Это не просто замена питчера, но тут еще потеря одного из сильнейших бьющих. Вот, ну что за глупость? Зачем Денис Барышников? Он бы не играл бы на третьей базе, если бы играл бы Александр Ров на третьей. Леонов бы играл в поле и был бы третий бейсман на второй базе там. Пускай бы Тетерев играл бы по-прежнему, ну, хоть Барышникова бы с Родригесом не было на третьей. Да, ну ладно, пока пауза, хотя это вообще эпический момент, конечно. Такое ощущение, что это ситуация, но она была на чемпионате Европы у сборной России. И вот три специалиста ведущих, которые значатся в списке Госкомспорта как специалисты сборной России. Правда, они судьи, кто их внес в этот список, причем здесь сборная России. Какое? Да, хоть не 20 минут, как на чемпионате Европы обсуждение с привлечением технических комиссаров. Ну что, какое решение? Решение какое? Ответьте, пожалуйста, решение. Что такое? Питчер остался на горке? Как остался на горке? Было два выхода в одном ининге. Что за ерунда вообще? Что это такое? Три! Он переступил линию только что! Так, менеджер вышел два раза на горку вообще в одном ининге. Это абсурд какой-то вообще. Теперь оказывается, что это не ошибка на скрипте, а все решили замять, заиграть. Удивительно просто. Да что такое? Вот теперь вышел Степанов. Действительно, да что за ерунда? Да это вообще бред какой-то. Я не понимаю, ампайры, они что, вообще не смотрят, сколько конференций, что ли, было? Ну, менеджер вышел два раза вообще в квадрат. Вообще цирк. Ох, придется просто тратить время на кассете. Кассета тоже не бесконечная. Ну, я думаю, я успею доснять. Просто тут любопытно. Ну что, ну уже один раз обсудили. Теперь по новой надо обсуждать то же самое. Ну что за ерунда? Вот молодец. Владимир Степанов принципиально задал вопрос, а тут уже типа... Чего информатор не скажет уже что-нибудь по этому поводу? Ну уже, я не знаю, скоро подскажет в конце концов, у нас же так. Ну две конференции было в одном ининге на питчере, но я не понимаю, что еще надо?
менеджер вышел, вообще взял тайм и вышел в поле. Ну, дошел там до горки, не дошел, кого это волнует? Ну что, вот сейчас будет объявлено. Главный судья соревнований, судья в доме сегодня Денис Сидоров объявит вердикт. Сейчас мы услышим. Так, вот, значит, все-таки теперь пошло обсуждение как раз по правилам 7. Так, Денис Леонов, Денис Леонов. Так, теперь, похоже, решение поменяли, да, на противоположность. Теперь уже Либин недоволен. Ну я же говорю, такое ощущение, как будто никто вообще не смотрит чемпионаты Европы. У нас вообще коучи, которые получают какие-то бешеные баснословные зарплаты с коучей спортшколы, они вообще не знают, что происходит на чемпионате Европы. Элементарно. Ампайры, они знают вообще, что происходит на чемпионате Европы? Так, ладно, хватит уже снимать. Нет, ладно, ну пускай. Просто, ну что снимать, что еще тут сказать? Интересно, к кому обращается Александр Каверин сейчас? У кого он спрашивает? Там что, официальный скорер? Или кто там у нас? Кто у нас на трибуне слева? Владимир Тимаков. Так, где у нас гостренер? Где вообще комиссар? Вот непонятно. Главный судья соревнований судит матч в доме. А где технический комиссар? Так, ладно, сейчас я сделаю паузу. А, вот, тут пошли замены. Макаркин. Макаркин снимает щитки. Интересно. Так, вот, дождались. Повторно вышел тренер к питчеру, что влечет за собой автоматически его замену с уходом с поля. А, вот. Аналогичная история происходила со сборной России на отборочном турнире в Польше, когда вот тренер американский решил тоже выйти для замены, и в результате мы потеряли питчера в одной из ключевых. Да-да-да, вот Александр Каверин, вот я это видел, да, я видел, он знает. Только у нас вот на поле наши тренеры этого не знали, команда «Москвича» во всяком случае. Бай-бай, Леонов. Что там бай-бай был Леонов, что здесь бай-бай Леонов. Там был менеджер американский, здесь менеджер Алексей Либин. Бай-бай Леонов. В этой игре он больше не примет участие. Да? Так, а вот это уже совсем интересный вариант. Оказывается, Максим Макаркин восстановился от никаких травм до такой степени, что он готов выйти на пичи. А вот он-то как раз мог выйти пичи в седьмой игре. В том числе. Непонятно. У «Москвича» просто неожиданные какие-то ходы все время. А теперь 9-5 счет в игре. Седьмой вверх. Ну, пичер, собственно, уже достаточно действительно сыграл. 5 раундов спустил. Макаркин. Сильный пичер. Достаточно. И вот такая вынужденная замена. Ладно, разминка. Максим Макаркин. Хороший прямой. Еще более хороший слайдер кур, который уверенно попадает в зону. Играл питчером и за взрослую сборную России, и за молодежную. До 23. Кетчером будет Даниил Хомяков. Перестановки в защите. На горку вечером вышел Максим Макаркин. Вечером Даниил Хомяков. На левый филд Денис Барышников. Ура! Валентин на третьей базе играет. На третью базу Валентин Александров. Yes! Как долго вы этого ждали? Кто там только не играл на третьей базе? Ну ладно, Леонов, это другое дело.
Леонов-то хорош в защите. Ладно, пока пауза. Кирилл. Итак, ситуация. Один аут, игрок на первый. Поехали. Ох, Макаркин очень нужен в седьмой игре. Прямой три снизу. Бежал. Бежим без скорости. Что он дает? Ну, здесь надо потушить этот огонек. Игроку седьмого ининга. Чермашенцев Кирилл, значит, на бите. Повел счет 1-0. Это найс пич, но снизу отличный гол. 2,5 часа уже продолжается матч. Ух, найс пич, интересно. Страйк улик. Прямой драм был направил фал. Спокойно, Максим. Эй! Третий пас. 89. Счет сми на фалбэк. Ну вот нормально. Еще 42 все-таки побольше в целом. Длинных футбатов. Вот сейчас бьющий откровенно. Просто подставлял биту специально, чтобы зафалить мяч. Неудобно было подачи. И... Очень трудный мяч для бьющего. Фастбол на сайде 7-7. И ручкой. Но контакт делает. Фалбэк. Конечно, нужно выбирать ситуацию. Изо всей силы махать, когда сыграть просто на контакт, когда пытаться запалить, когда же дождаться ошибки питчера и сильно ударить. 7-9. Ниже зоны. Несколько подряд качественных подач питчера. Все-таки он выиграл дуэль у первого бейсмена спортшколы. Важнейший страйкаут. Видите, Максим Монахов. Два аута, мальчики, и два аута! Бегун на второй стоит. Счет в игре 9-5, москвич впереди. Фастбол, 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 все прямые. Пока что. А вот и слайдер. Все прыгнули за сезон 10. Вот футбол. Ворота, давай! Высокий пас, 7-9, фалбэк. Сейчас лоу, 7-9. Прямой 3 снизу бок. Ниже зоны прямой. Девять семь. Вот это да. Тейлер. Страйк-кол. 9-7, да, 4 раны в этом лице забиты. Там был 9-5. Может, на табло просто забыли поставить, не знаю. Тогда шестерочку. Прямой в центр, 77 миль. Бежал с подачи, бегун, подбег.
Даже если у меня контроль. 7-7. Линия 2 справа. Вода фал. Это высокий фаст. Интересно, разминается кто-либо новый в пулты, но спортшколы. Игра-то изменилась. Был большой разрыв, а сейчас уже всего 2 рана преимущества. Слайдер аутсайд, 67 болл. Бежит. Встретил. Один остался. Счет в игре 9-7 и команда Москва. Вот замена вечера. Под номером 3 Николай Мак стартовал во второй игре, которая была проиграна. Замена вечера на команде Шор 42. На горку вышел Николай Марков, номер 24. Ну вот, грамотный ход. Во-первых, Тарасов и так уже не игрался, а во-вторых, вышел вообще второй стартер команды. Вместе с Котлером они второй и третий, скажем так, сели. Вот, и вышел он в релиф. Так, вот теперь вопрос, кто будет играть тогда в седьмой? Поскольку тут надо сыграть минимум 2, может быть и 3. Ну, что ж, Марков может сыграть, подать 2 по нашим меркам, спокойно и завтра. То есть так, оставаться в лучшем потенциале. Есть одна линия. Низкий прямой Тетерев начинает атаку, пич хитров нет. Больше некому играть на второй базе. Ну что это за сын? Извинили. Без скорости биты. И опоздал. 9-й фастбол фронт. Ну, сверху вниз. Все приняли прямой. Будет фал направо. Позиция 3 справа. Получше за максимум, сказать, не высокий, наверное, фаст колбак. Вот уже совсем хорошо, 74 мили, на флай, на дагаут, на справа фал, высокий фаст. Марков что-то совсем потерял в скорости. Прямой 9 сверху, 74 болл. Так кто же все-таки будет стартовым питчером завтра? Скоро школы, если мы увидим 7-й матч. Никита Котляр, получается, с 3 днями отдыха. О, вот, наконец-то, это глубокий, вроде бы, флай, да. Боженька, 74 миля в прямой, молодец, пьющий. С 4-й попытки или с 5-й. Ну, хорошо попал по мячу. И почти проигрывает. Пульте. Вот минус того, что 8-9-й бьющий не выходит на базу. То есть вверху лайнапа приходится отбивать ситуацию. Бегунов мало на пас, и уже есть ауты. 64 мили, поэтому был аутсайд, был бультеф. Антонио набить. Высокий пас, 75, страйк лупер.
66. Аутсайд. Тринбол. Слайдер по дальней, 65. Стайкл. О, фастбол в центр, 76. Мяч летит, 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 летит. 7 дип, 7 дип, 7 дип. Чуть-чуть не дотянул до забора. Да, получается, Леонов и в этой игре с задачей справился не очень. Примерно на сезоне по 47 миль, хоть команда ведет в счете, но это потому что пищер не сильный, кетчер не стартовый. У соперника атака он сыграл многовато, и в результате все 7 раундов записаны не лучше. Надо отдать должное команде стоп-школы. Боролась она против лучшего пищера соперника достойно. Весьма-весьма. Даже успешно, можно сказать. Так, вот. Дальний слайдер 63 мили. Будет лайн-аут правым центром. На правую фьюзер. Удачно там встали они. И далеко бежать мячом не пришлось. Три аута подряд. Завершился мой инин в счетной игре 9-7. Команда 9-7 после 7 полных. Мы желаем счастья вам, счастья в этом мире большом. Центральный филдер Вячеслав Васильев. Вячеслав Васильев. Пойдем по высокому фасту, в конце концов, или нет? Отлично. Страйк двойка. Низкий 4. Страйк Лукин. Макаркин все начинает с того, что ведет в счете. Молодец. Ой, супер подача. Дальний слайдер. И даже в слайде руками вперед. Аут на первый. Аут сделали 4-3. Бронил мяч второй бейсман сначала. Вот, собственно, вот как раз комбинация из двух подач. Пропустив первый прямой, бьющий опережает этот дальний низкий слайдер. И не сильный удар по второй базе. Вот, собственно, комбинация из двух подач, самая ходовая. 66. Слайдер, 3 ванбол. Ну или там слайдер, фастбол, наоборот, в общем. Ну и менять ближний, дальний, высокий, низкий и так далее. Вячеслав Васильев сумел отбить именно, что этот мяч плохо, но в поле. Что только и нужно было москвичу. Так, Котляр, запасной дейч. И прямой стрелки без скорости. Так, банк по короткой третьей базе. Александров на первую. Бой, what a play! What a play! Валентин Александров показал, вот кто должен играть стартовым третьим бейсменом в этой команде. What a play! Абсолютно неожиданный банк. Но по позиции 5 короткий. Ну просто супер розыгрыш. Так, что на первой базе? Там 5 травм. А, Соловьев, да, Соловьев еще там вытащил этот мяч. Было поймать непросто. Довольно часто он помогает своим инфилдерам, делает ауты. Но надеемся, что очередных травм не последует. Так. Медицина выходит к месту событий. Ух ты, елки-палки, опять какое-то повреждение. Столкнулись, что ли, там, бьющие с первым бейсменом, или что? Вот у нас Антон Широкин сегодня играет. Чамает.
9-м ининге. Неудачно приземлился после подачи. И как сказал врач Юра, разрыв хронической травмы. Травмы мышцы. Вот так. Ну, по крайней мере, подходить попадать. Да, нужно сказать, что вот команда «Рестарт» в этот момент сделала грамотную замену. Так что не было даже. Это Артемий Артамон вызвался сразу же разогретый, играл на шарсоке, вышел на горку и сделал там один хит, который был феноменал. Ну окей, что здесь? Выглядела, конечно, травма Антона Широкова страшновато, прямо скажем. Питер сделал подачу, приземлился на передние ноги, повернулся, потом упал. Пока пауза. Здесь Соловьев продолжит игру на первой базе. Два аута атакует команда. 42. Набитие левый филдер. Никита Монахов. Никита Монахов набитый. Алка пустые базы. На сей раз нет у него бегунов. Прямой низко при скорости. Опять с первого мяча низкий пас. Так, тут раз. Сережка! Прямой лоу. Ближний пас. Лайбол. Поле. Семь слева. О, левый филдер. А на самом деле дабл, наверное. Так, кто бьет? Так, стоп! Бегут. Второй. Набитие шорт-стоп. Вальента Луис Джуниор. Так, а кто после него? Кулик? Кули, кули. После него кули. Все время слайдер бил в оппозиции, сидел сзади. Ого, и совсем слайдер, но дышится. Это было. На фастбол он в последнем эдбате запоздал, но то был Леонов. Сейчас скорость намного ниже, конечно, целых 10-8 метров в среднем. Кайфов. Не отвлекайся, пока спокойно зону. Неуверенная походка Вальента, немножко задумчивости после двух таких подач. Сейчас пытается собраться. Прямой. Это Криева. 80 метров. Да? Хорошая подача. Бол. И вот здесь как раз вот вариант, что играть на страйкаут. Дальше Кулик. А с другой стороны, выпускать на базу потенциально ничего не ран тоже не хочется. Так что, в общем, так и так можно. Пускай даже. Фиксается. Сильнее снизу. Гол 2-2. Что там?
первого здесь зоны, аутсайд, шестри, на их помощи. Фаст, линия, позиции 5 слева, среди на подаче фолбов. Этот мяч упал в забор и, соответственно, явно опережал по времени эту подачу. Так. Фастбола, который летел примерно со скоростью как слайдера Леонова, вновь пошел в центр базы. 9-9. Вау. Вверх 8-го. 2 аута. Лево уходит Кулик. Вот это да. Слав Шмелев. Так, ну это зато плюс, но в плане, что Маккарти не сыграет слишком много. Может быть, он сможет сыграть завтра на кетчере, по крайней мере, первую силу. Ой, полную силу. Да, правда, еще и вопрос, а будет ли вообще седьмая игра? Вопрос открыт. Шмелев, 215 подач в игре номер 3, затем 4-5 игра не отдыха. И вот шестая игра, ну посмотрим, что тут нам покажут. Пока разминка. Посмотрим пока, что покажет нам Радар. Ну, наверное, логично было бы, чтобы раз уж такие просчеты и стратегические, и тактические внутри игры уже, когда Леонов дают бить. Когда он играет пищу, его меняет, шутует в поле. За такое надо наказывать. Команда спускала. Делала ли она такие ляпы в этой серии? Как вспоминается? Было ли такое вообще? Который раз играет счет 42, а ранее и Северные звезды Москва еще как-то. Часть этой организации приносит и до этого МГПУ, и оригинальное название ГФСО. Много раз они играли в финальных сериях и выигрывали их потом. 50 минут подачи, Лоял Кузвай. Лик таки получил, сделал третий аут, но не раньше, чем счет сравнялся. 9-9. Правда? У москвича атака в запасе. Но на самом деле, вот непонятно. Если так вот смотреть, то просто по пичерам, то у москвича Шмелев хорошо играл, Штыхер очень прилично, хороший став, сложные подачи. Ну там с контролем, правда, некоторые вопросы, но в целом неплохо. Маккартин. Леонов как раз против Леонова Шор играет успешно. Вот. А с другой стороны, в другой команде Андрей Лобанов вообще без вопросов выиграл 2 старта, сыграл в каждом из них по 7 минут, пропустил 3 рана, из них один мертв вообще только за 14 ингов. Вот. Но вот остальные пищеры, как бы, так сказать, замена команде постоянный знак вопроса. На позицию кетчера перешел Никита Монахов. Вот, усилили. Никита Монахов. Позицию левого филдера занял Нарек Беглорян. Беглорян на левом филде. Иван Широкий. Иван Широкий из игры вышел.
Важная, важная защита. То в смысле изменения поля. Так у команды «Москвич». Теперь вряд ли кто-то куда-то побежит красть базу. Начинает первый бейсман Сергей Соловьев. Правда, медленный бьющий начинает так и так. Соловьев. Первый бейсман. Центрального слайдера 63. В левом центре гид. Так, после удар, но... Пойманный отсет у центрального фьюга. Здорово играет оборона. 42-й. Валентин Александров на гите. Стартовый действие. Конец третий поясни. Несколько прямо 72, не дают. Валя, свой, спокойно. Прямо бьет оправданием 72 страховки. Поедем. Красивая подача. Это был. Высокий пас, 7-4 били. Подсечка, поп-ап, позиции 6. Удачно, удачно. Получилось отбить. Но опять-таки, только последняя подача была явно похожа на страйк. На предыдущий страйк отбивать всегда посложнее. Помахиваться откровенно не хочется. Так, и вот, летит. Летит. Центр фьюд, 74 года. Подача, гол! Центр фьюд, Дэдзил Хомяков. О бой! С низкого мяча! Вау! Даниил Хомяков. Лучшее действие во всей серии. Вау! Классный бран. 10-9. При двух аутах. Внизу восьмого ининга. Ой, вот это здорово. Флайбол 8. Прямо по центру. Чуть правее. Или левее. Ну, в общем, там видно будет. Шмелев вышел на корку. Слайдер. Так, Шмелев вышел. А, значит, пока ты ушел вообще. О, как. Да, большой замок. Кстати говоря, Макаркин на питчера не вернулся, хотя был такой вариант. Соответственно, и Хомяков мог остаться в поле. Интересно, Барышников остался в защите? А, Барышников тоже ушел, там Александров. Слайдер 64, 7 слева. Вот Макаркин, конечно, не то, что он двойник, это не. С другой стороны, он сегодня играл на питчере, Может отдохнуть. Совсем другое дело. В левом центре гид. Был прямой. И вот. Первый бат, надо же разогреться. Второй или третьей попытки по фастболу попадает отличный Вячеслав Шмелев.
Сегодня в предыдущем игре, в финале любительской лиги, он забил, правда, в итальянской лиге, тоже хоумран. То есть не тоже хоумран, а просто хоумран. Сейчас ведь дабл только был. Примерно. По дальности посыла. 53 мили, страйк уникен. Брейкинг пич. А, вот Барышников все. То есть, опять-таки, можно было оставить Макаркина, Хомякова вернуть в аутфилд, Барышникова заменить. Трафик свой. И в защите Хомяков Макаркин на кетчере был бы, Хомяков в аутфилде получше был бы. Так, 9-й фаз, 7-9, летит. По позиции 9 справа Дип. Завершился 8-й ининг. Счет в игре 10-9. Впереди команда «Москвич». Девятый ининг. Атакует команда Шор 42. Набите правый филдер. Александр Сапров. Сапров. Против Милева. Где? 9-10. Шор проигрывает. Слайд. 7-1. Аутсайд. Бол. Все время из сета. Тейлер, 7 лет, 7 дней, гол. Шестая игра российской серии. Сумеет ли Москвич добраться до решающей седьмой игры? Сумеет ли он сравнять счет сегодня серии? Но 7-4 мили подача. Бол, бейсбол, Сапронов на базе. Это таймран при нуле аут. И вот ситуация, когда Макаркин бы пригодился. Очень сильно. А сейчас комбинация Шмелев-Хомяков, у которой как раз будет можно украсть базу. И Сапронов достаточно быстро. Разворот в первый. Сейф. Прямой. Семёк. 7-3 мили. Страйк выйти. Найс пейк. А первый сейф. 7-4 мили. Может быть, был фастбол в инсайде, и Хомяков пускает мяч за спину. Фастбол похож. Два страйка, но таймран в скоринг позишн уже. Вот теперь Фермашин бы капнуть мяч куда-нибудь в правую сторону, и игрок будет уже на третий. Это то, что он, скорее всего, будет пытаться сделать. Так, ой-ой-ой-ой-ой! Правая линия, позиция 4-3. В общем, Машенцев, удар на контакт, оппозит. А закончился RBI сингл на правом я 10-10. А сейчас Максим Монахов. О, Максим Монахов вообще может все. Чермашенцев может украсть базу. Ну где Макаркин на кетчере, да? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну сколько Макаркин сыграл на год? Ну подача 25. Ну мог бы, наверное, вернуться на кетчера. Ладно. Прямой не забьем. Вот таковой пас на 2-7-4 выше зоны болт.
Ball. 7 слева, Ball, 75. Первый Russian Series, в которой приняла участие команда «Москвич». Ну да, тут много опытных игроков. Опять-таки из системы Shore 42. Но вот менеджер в Russian Series играл только как игрок «Красных дьяволов». Последний раз в 1995 году. Алексей Лидин. 75 миль. Радостный бег Кирилла Чермашенца до второй базы. Так, Бегларян. Ну вот ситуация под сакрифайс. Первый выход игрока будет на биту. Бегларян. Пичеру надо вообще сначала попасть куда-то. О! Вот если бы еще одну такую сделать, пока куда поставить банк. На третьей базе Александровский более. Сейчас Шор попробую туда поставить. Мячик Пичера. Ау! Вау! Ну, close play, да. Не знаю, попал ли этот кадр. Если кто-то на другой камере, то там хоть точно попал. Бой! Ноль аут, полный база. А кто на битве? Слава Силе. Ну, тут с вами сосиски, с вас полный. Так, ну что, углы даже особо близко. Так, летит, это будет флайт, позиция 9 для всех заборов, 77 миль, дальний прямой. Вот из мелких вещей складываются успехи спортшколы, а в ключевых ситуациях... Вот он, наконец-то, высокий слайдер, линия, падает, позиция 10, 9, и больше отбора. Это будет вдруг даже лучше. Ой, тут сразу два. Третий бас будет без скорости. Да, это красиво. Залет в дом. Руками вперед. Никто ли там никого не обогнал? Надеюсь, что нет. Это был супер плей. Супер розыгрыш. Вот Вячеслав Васильев. Сколько он провел матчей в Russian Series за разные годы. Много-много. И вот, наконец, действительно, высокий мяч, правда, слайдер. Он отбил супер-хит. 3 RBI. Бой, ну что такое? Это был... Ау. Дисплей не проходит без скорости. Замах на бан. И Томми Страйк, понятное дело. Котляр на бите, зачем-то решили сыграть сквиз. Ну так, в этой ситуации, используя просто момент неожиданности. Ха-ха-ха. В общем, сейчас это уже даже не проходит. Большой разрыв в счете. Нагрузит Аня Шмелева, нагрузит. Все идет к этому. 73 мили, низкий пас. Мяч низкий. Впервые в игре команда спортшколы ведет и ведет с приличным разрывом. Три ран. 67 мили. Бол. Выше зоны. Ниже зоны. Слайдер, слабый граундбол. Пичер. Послушай, что он сказал. Вот опять не сыграли. Вейсхит, ну хорошо, я тоже.
На третьей базе не смогли сделать аут. До этого там тоже в какой-то игре это был важнейший момент. Ниже зоны болт. Никита Монахов на бите. Игрок на первый, один. Ближний фаст, уголовок налево, отдагал фаул Синский. Ох, неудачно, опережает. Слайдер аутсайд 64 мили, фаул флай, позиция 3 первого бейсмена. Неудачно, как два аута. Валента сравнял он счет полмрана. Было такое 9-9. По памяти. Пытаюсь вспомнить. Так, 66, слайдер, пришел гол. Ну вот, Шмелев, ну что, Шмелев. Шмелев играл как мог, но... Так, летит. Слайдер. И поймал мяч в позиции 7-2. Здорово сыграно Качковым. Василий. Завершился верх 9-го ининга. Счет 13-10. Впереди команда. А это что такое? Вычитает миль? Вычитает миль. 85. Начинается низ 9-го ининга. В команде Шор 42 замена питчера. На корку вышел Денис Ладошкин. Номер 10. 7-7. Команды Москвич в 9-м ининге. Начинается транфилдер Василий Качков. Качнул. Так, с первого мяча сверху вниз. 8-9 мили подача была. Аут на первый. Дмитрий Штыхер, номер 16. О, Дмитрий Штыхер, в принципе, интересно. Прямой в центр. Флай добился на фау фау 84. Денис Ладошкин. Он был эффектен во время разминки, да. Еще музыка. Ой, Флай. Рок и маут свинни. Два аута. И шорстоп Антонио Бульте. Антонио Бульте. Шор 42 приближается к победе серии. Слайдер, 7 мили. Way outside, goal. Спокойно, в зонку! 15-16 году они выигрывали каждый сериал в Москве. 84 мили. Тейлер в инсайде. Высокий болт. В 14-м проиграли в 7 матчах коллегам по спортшколе 42. По организации Северный Блок.
Значит, в 2017 году Russian Series не было прямой без скорости Strike Looking. Итого, значит, три подряд чемпионата они выиграли. И вот сейчас мы уже четвертый раз подряд. 83 на радаре. Высокий мяч. Прямой поставил. Три с половиной часа продолжается игра. Так, баунсер по центру, бросок на первый. Школа 42. Аут на первой базе. 22 часа. Победу в игре одержала команда Школа 42. Тринадцать десять. Наша серия завершилась с общим счетом 4-2 в пользу команды Шор 42. Состоится церемония, торжественная церемония награждения. Ну что ж, москвичу пока так и не удалось выиграть чемпионат России. Так и не удалось. Первая попытка. Первая их профессия. Команда выиграла регулярный сезон финальной серии. Спортшкола 42 оказалась сильнее. Постройтесь рядом с Питчерской горкой. Приглашается команда «Москвич» и команда «Шор 42». Приз лучшему игроку в защите команды «Москвич» в российской серии 2018 года вручается Сергею Соловьеву. Приз вручает Николай Иванович Гервас, вице-президент Федерации бейсбола России. Лучшему игроку в защите команды «Стюшер 42» в российской серии 2018 года получает Джуниор Луис Бальгенко. Приз вручает вице-президент Ветров Вадим Васильевич. Какие еще? У нас будут все призы. Лучшим питчером российской серии 2018 года с показателем 0.64 ERA стал Андрей Лобанов. Приз вручает Антон Широкий, член исполкома Федерации бейсбола России, ветеран бейсбола и победитель сегодня
сели за команду «Рустар». Уже ветеран, кстати. Действующий ветеран. Лучшим бьющим российской серии 2018 года признан Никита Монахов. Приз вручает президент федерации Дмитрий Киселев. Приз самому ценному игроку российской серии 2018 года, MVP российской серии, получает Вальента Льюис Джуниор, команда Шо-42. Приз вручает Дмитрий Киселев. Второе место в чемпионате России заняла команда «Москвич». Ей вручается памятный кубок и серебряные медали. Участие в награждении принимаются все присутствующие гости. Награждение «Москвича» серебряными медалями чемпионата. России 2018 года, победив в финальной российской серии со счетом 4-2, команду «Москвич» стала команда «Шор-42». Команда награждается памятным кубком и золотыми медалями чемпионов страны 2018 года. Лучшие игроки в защите одной и другой команды. Именно такие номинации. Все остальное как-то между командами разделили. Кто у них там лучше, кто у них лучше. Ну окей. Заканчиваем трансляцию. Вражеский стиль 2-0-18. Финальный счет 6-й игры 13-10. Общий счет серии 4-2 в пользу спортшколы. Это чек! 2018 рублей. Давай я сам. Давай. Поставишь? Его ничто.